Сегодня, 20 ноября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков проводит встречу с бывшими спикерами Жогорку Кенеша и премьер-министрами страны. Встреча проходит за закрытыми дверями, без присутствия прессы. Экс-президент Алмазбек Атамбаев дал большое интервью телеканалу «Апрель». Во время беседы с журналистами бывший президент обсудил много вопросов, связанных с его президентством, а также с его видением политики нынешнего президента Жээнбекова. Редакция «Кактус Медиа» приготовила 5 мемов к этому интервью. Московского таксиста из Кыргызстана, который 8 часов прождал пассажирку, чтобы вернуть ей забытый в машине кошелек, пригласил на работу агрегатор такси «Ситимобил». Ему бесплатно выдадут автомобиль для работы и не будут взимать комиссию в течение месяца.